Крошка Антошка ТВ представляет. По дороге едет синий пикап. Давайте узнаем, куда он спешит. Но сначала раскрасим его. Раскраска. Вот приехала нераскрашенная машина пикап. Ну что, ребята, раскрасим ее? А вот карандаши, которые нам помогут. Итак, начинаем. Голубой карандаш, раскрась нам стекла машины. А теперь черный карандаш раскрасит протекторы колес. А вот его друг. Темно-серый карандаш. Ты знаешь, что надо раскрасить? Отлично! О, мы ждали тебя, синий карандаш! У тебя много работы, ведь надо покрасить синим цветом весь кузов. Знакомьтесь, ребята, два усатых брата-карандаша раскрасят нам оптику. Красный и бежевый. Наш пикап раскрашен. Малыши-карандаши постарались на славу. Пикап – это легкий автомобиль со специальной грузовой платформой для перевозки небольших грузов. Грузовая площадка у пикапа открытая, и у нее есть невысокие бортики. Пикап похож на небольшой грузовичок. Смотри, он привез мешки с зерном на мельницу. Из зерна на мельнице делают муку. А теперь загружаем наш пикап мешками с мукой, чтобы отвезти их домой. Для фермера пикап – незаменимая машина. Сегодня он помог пшеничному зерну пройти путь от колоса, собранного комбайном, до вкусного хлеба, булочек, печенья и пирожных, которые испекут дома. Ну вот мы и приехали. Разгружаем мешки с мукой. Теперь мы знаем, пикап – очень нужный вид транспорта. Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.